Здравствуйте, это канал Данта. Данта. Лавер Геймс. И мы продолжаем играть в Обитель Зла 4, который мне пока, ну, не знаю, оптимизация, блин, ну, хуёво, если ты играешь в 4К, как бы. Не очень-то. Бывает, что вот проседает в эписе. Так что сказать, что оптимизация хорошая, нет, не скажу. Сказать, что... мимика лиц там, ну, графен охуенно. Нет, тоже не скажу. Потому что из всего, что выходило... Но вот это, блин, и... Рыцари Готэма взять одинаковые. Только в Рыцаре Готэма там мимика более такая живая, знаете ли. Вот, как бы... игра была бы неудачная, но там, блин, с мимикой все в порядке. Тут же какие-то они дубовые, что ли, хрен его знает. Вот, и стрельба здесь не очень. Скажем так, четвертый я играл, вот, может, месяца два назад проходил на обычном геймпаде. И все было отлично. Вот. А здесь что-то целится как-то очень-очень сложновато. Но это надо придрочиться, и тогда я буду успевать эти тайминги сраные. Когда противник у меня движется. В принципе, то же самое, что было в ремейке второй и третьей части. Можно привыкнуть и... надрочиться. Так, ты кто? О, здесь нож. Да, да, удары ножом. Чих-пых, чих-пых. Как же вы видите, как темно-то, блядь. Да стелс, я понял, понял тебя. То есть от пули в глотку он не умрет, а вот от ножа, блядь, в шею он умирает. Потрясающе, просто великолепно. Мои вещи. Ага, твои вещи, да. Прикинь. Ёбы, чем отличь. Давай. А чё за хуйня? И побежали. Так. Все взято.
Да постель, так это же стоит подороже, да? Объединить. Во, посмотри. О, ни хера себе. А, с двух сторон. Ладно. Буду иметь в виду. Так, это мое. Это все мое. Ключ. Какой там нахер ключ-то? Ну, открывай. Незнакомец, иди сюда. Стрэнджер? Кто это? Я бы тебе ответил. А, ну эту локацию узнаю, ну. Ну что, давай поторгуем, да? Да, подожди, только я сейчас пособираю. Говняшку всякую. То есть надо ворону сон запихать, да? Значит, ты выпал. Подожди. Нужно прибить крыс, которые заполнили завод. Мы не знаем, разносят ли они какие-нибудь болезни, но лучше перестраховаться. Понял просьбу. Спасибо, друг. Три крысы, блядь. Серьезно? Где мне их искать? Раз. Жирная такая. Там летает, блин. До вас. И три. Да. Выполнил просьбу, да? Я по твоему лицу это вижу. Как там продвигается поручение? Знаешь ли ты, что шпинель, которую ты получаешь в награду за выполнение поручения, можно обменять на ценные вещи, которые никаким другим образом не добыть? У нас есть целая куча полезных предметов, но я советую в первую очередь взять карту сокровищ. На этих отмеченных точках есть... Ну, понятно, о, короче. Привет. Здоров. Торгуется поручение. Славно. Синие медальоны. Выполнил. Выполнил. Я обновил ассортимент, друг. Так. Купить. Что у тебя? Арбалет. У меня все товары высшего качества. Наперка. Уверяю все. Тебя. Стрел. Так, давай улучшение. Лишнее пространство не повредит. В самый раз для тебя, чужак. Так. Починить. 4000? Серьезно, блядь? У тебя есть купон? Славно. Выбери оружие, чужак, и я сотворю с ним чудо. А, да? Так,
Нам все равно, рубины или рванина, разница лишь в цене, которую мы назначаем. Графин. Че, ножи, так, гранаты. Это мне в этом валяется. Хорошо. Купон. Так, ну вот. Поищем гномик, да? А мне нужен, нет? Ладно. Спасибо. Обменять. На каратель. Что-что? Как нам удалось добыть все это? Карта сокровищ. Лучше не спрашивай. Любишь находить сокровища, да? Тогда Стражи тебе есть. Повезло. Так, купить. За ножом надо регулярно ухаживать. Его лезвие — грань между жизнью и смертью. Эксклюзив. Ладно. Он. Блять, даже не знаю. Твое оружие в надежных руках. Я все сделаю. Продать все же за 4000, да? Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Каратель. Понимаешь, мудрый выбор, друг. Ты сможешь пробить почти все, что угодно. Так. Улучшить. А это сколько? 1, о, 3. Друг, что может быть приятнее, чем переделать прицел, оружие под прицел, себя? Прицел, да, это что, пистолет с вейки пробивным действием и очень-очень... Слабая отдача. Пробивное действие может установить лазерный прицел. Вот. Значит, тот пистолет я могу продать. Он мне, в принципе, нахер не нужен. Раз у меня есть каратель. Нам все равно, рубины или рвань. Славная сделка. Так, теперь улучшить. Че, починим нож? Если хочешь остаться в живых, улучшай свое снаряжение. Регулярный уход и забота. О. Без этого никак. Так, сила, прочность. Давай прочность. За ножом надо регулярно ухаживать. Его лезвие, грань. Это очень тонкая работа, так. Чужак. Малым можно достичь многого. Вот увидишь. Да. Твое оружие в надежных руках. Я все сделаю. Давай силу. Попробуй-ка это. Боезапас. Держи, попробуй. Такой специалист, как ты, сразу заметит разницу. О-о-о! Хороший выбор. У тебя есть чутье, друг. Ха-ха-ха. Итак, чем я могу тебе? Приходи в любое время. Сейчас мы посмотрим, что там. Так, пистолет. Так. Угу. Так, так, так. Ой, что же я хотел? А что я хотел? Снайперку я хотел. Блин, это возможно? Снайперку купить у него. Привет. Купить.
А на 12, да, стоит? Схема стрел. Гарантирую, эти деньги отобьются с лихвой. Разные кейсы, схемы. А то, что я продал. У тебя есть купон? Славно. Выбери оружие, чужак, и я сотворю с ним чудо. А. Что, это все? Я хотел ключ посмотреть. Ключ, точно. Вот ключ, примет. Вот, вот. Он мне не нужен. Его можно продать. Да? Галочка отмечена, значит, все. Привет. Он мне нахер, значит, не усрался. С тобой приятно вести дела. Все. Ножи. Ножи пусть будут. Так как. Ты только там не убейся. Да-да-да. А, автоматом, блядь, боезапас не пополняется. Окей. Да где я? Да в пизде, блядь, в глубокой. В жопе. Чего? Чё тебе огороды? Оба-оба. Подожди, заброшенная фабрика, я там что-то одно пропустил. Сокровище там пропустил. Пушки и игрушки, Риф. В мою-то не зря. А, ключ сраный, да? Ага. Сраный ключ им там надо. О, только лучшие товары. Да в жопу пошел бы ты. Ценники. А на сложные еще больше ценники. Да ты. Блять. Заебала ты нахуй, овца. Блять. Он потом фокусируется. Надо как-то улучшать это прицеливание. Блять, а там я вот тут, туда не пройду пока месяц. Не запечатано. Здесь, конечно, снайперка мне понадобилась бы. Да ты. С дороги. Воу. Нихуя там чё происходит? Чё у меня?
Так, что у нас создать? Не, подожди. Создать. Вот. Угу. Что нахуй? Да, они тут как-то карту просто по-другому повернули и все. Даже не заподозрил. Куда она улетела? Ладно. Еще думаю. Да. Маленький ключ. От чего этот маленький ключ? Маленький ключ можно использовать только один раз. Где это я вышел? А, понял, где я вышел. Да, господи! Вот кого это? Поэтому здесь нужна снайперка.
Я не понимаю, где вы там, блядь? А, где-то там вверху. Что там, блядь, орут, кряхтят где-то, блядь. Бабки, блядь. О, не, нифига. Сама ты долбоёб, слышь, чё? Охуело там обзываться, что? Да я не понимаю, блядь, откуда вы нахуй? Чё за бред-то, блядь? На, блядь, разорвало. Всё, блядь? Так. Еще там где-то кто-то. Так, а здесь что-то сокровище плюс где-то. Неужели надо мной? Это он пизда, он там он. Так. А куда мне здесь-то бежать? Что-то без понятия. А, мне надо было вот эту печать снять. Еще кто-то. Так те кто там, блядь, вы заебали? Да где ты, блядь? А вас не дохуяли, блядь, откуда вы вообще нахуй берете? Еще там, блядь, откуда вы, блядь, вы заебали? Какого хуя вообще, блядь? С дороги.
Вот говнище, блядь. Создать. Это чё? А, ну это на ПП. Так, блядь, вы заебали! Вы чё? Вы вот реально здесь бесконечно, что ли, или чё? Я не могу понять, что это за сокровище, как его взять и вообще откуда оно там. Вы заебываете меня. Теперь можно я разберусь с сокровищем, которое здесь, типа. А вот оно. Угу. Так, все, все. Ну теперь обратно ворону тащить. Если, блядь, еще что-то кто-то выскочит, нахуй, я вообще в ахуе буду, блядь. Как, сука, подснежники ниоткуда, блядь, просто берутся. Пойти, я же всю деревню, блядь, перебил. Так, кстати, ключ одноразовый. Пойду попробую использовать на том чемодане. Привет, чужак. Нахуй бы ты не пошел. Вот. Сейчас забегу. Использую. Так, теперь что у нас? Где там сокровище? Угу. Посмотри, наверняка что-то понравится. Привет. Итак, чем я могу тебе помочь? Здорово. Чем? Тебе важнее деньги или жизнь? Выбор прост, друг. Скажи врагам баю-бай и уложи их спать прямым попаданием пули в голову издалека. Возьми и это тоже. Бесплатно. О, нихуя. Все твое, чужак. Спасибо. У тебя есть купон? Славно. Так. Выбери оружие, чужак, и я сотворю с ним чудо. Боезапас. Перезарядка. Друг. Мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Продавать пока нечего. Обменять тоже нечего. Вот лазерный прицел. Мы любим 10... разные травы. Они и лечат, и калечат. Они могут все. Я продаю много отличных товаров, чужак. Приходи в любое время. Да как-то мне вот не хочется. Так, детали. Все, прикрепил. А теперь нам надо быстрый доступ.
давай на троечку сделаем. Так. Гранаты на четверочку. Угу. Масштаб чё? Альт? Как это удобно, блядь. Да ладно. Так, сохраняем. Вообще, блять. Почему вот эти вот, блять, я думаю. Нельзя что ли было сделать все проще? Так. Ага. Сейчас этого грохну. Куда ты пошел? Ох ты! Да иди ты нахер. Чё там? Нахуй пошла. Я у него силища в ноге. Просто пиная на мат нахуй. Так, что-то надо создать. Объединяем. Создать. Угу. Сокровище. Так.
О, этого ничего не выпало. Вот козлы. Блять, пила. Не вставай! Ой, блядь! Зазря гранату, блядь, потратил. Так, их влияние уже не то, что прежде. Уничтожай кукол. Не давай спуска этим аристократам. Каких кукол? А. Ебать. Это, конечно... Интересно, здесь их нету? А-а, не должно быть. У-ху-ху. Так. Ой, я там пропустил сокровище какое-то. Нет, а где она? Типа... А! Так, а тут... За домом. Так, сюда мне по-любому нужен будет ключ. Да, у меня его нету. Здесь клетки какие-то.
Так. Где-то что-то здесь. А, это в доме, внутри дома. Окей, хорошо. Сумка чья-то. Так. С дороги. Господи. Так, ну что, продолжаем. Так, у нас есть что там? Второй этаж. Печатная машинка, да? Неплохо. Кто-то выпендрился перед соседями. Картошка уже пора растает. Что за фотки? Ну, обычные фотки, что не видно, что ли? Так, наконец-то, плоть от нашей плоти, кровь от нашей крови. Вознесем благодарение и возрадуемся. Да. Больные ублюдки. Так. Еще одна ручная граната. Золото. Вау. Пароль какой-то. Хм. Где мне его найти? Господи. Так, тут я тоже ничего не вижу. Никаких подсказок. Ну, может, тогда идти на второй этаж? Так, создать. Есть еще одна. Создать. Да. Так, ну давай сохранюсь. И на этом все, потому что, мне кажется, очень-очень долго играли. Хотя, может, здесь сейчас будет конец. Может, не будет конец. Ладно, давайте уже будем по главам. Так, люди преклонялись перед своим господином, приносили в дар самое ценное, что у них было. Старый фермер принес свой лучший урожай. Так, урожай. Худощавый свинопас отдал самую упитанную
упитанного хоряка. Нищая старуха пожертвовала милого сердцу ребенка. Господин увидел эти дары и возрадовался. Так, значит, урожай. Свинья, ребенок. Урожай, свинья, ребенок. Так, туда свинья. Нет, все правильно, туда свинья. Вон туда. Так, урожай. Это что? Это свинья? Ребенок. Хрустальный шарик. Кристалл. Идеально сфера внутри. Пузырьки воздуха. Смотреть. И нахуя мне? Хрень какая-то никчемная. Не нужно никчемная. Так. Объединить. 5000. Так, все круто, эти вещи могу продать. Ты чё? Жемчужное ожерелье? Торговцы. Смотрите, ничего с ней сделать нельзя. Да иди-ка ты нахуй! Бля, здесь пули, им вообще похую на эти пули. Так, сейчас здесь этот здоровяк должен, по идее, появиться. А, вот и Шарус мы вставляем, да? То есть это обязательно. Очень странная погода в последнее время. Пшеница увяла, а коровы отощали. Так, 8 декабря. Видно, что люди голодают. Но хотя у нас нет инструментов для работы в поле, приказы владыки Селлера следует выполнять беспрекословно. 30 января. 30 человек умерли от голода. Придется заколоть 5 коров. 11 марта. Патриархи собрались, чтобы бросить жребий. Шестеро избранных отправлены к владыке Селлеру. Сегодня еще 8, сегодня еще 4, сегодня еще 11. Два чужака заблудились и пришли в нашу деревню. Мы отвели их к алтарю для совершения ритуала. Сегодня жеребий тянуть не будем. Это вначале, да, которую женщину там зарубили. Какой-то там дед. Ладно, понятно. На, нахуй. Ключ. Это от церкви. Да, блядь. Здрасте. На, нахуй. Приняла дар.
У меня не этот пистолет. Что-то мне... В моей крови. Да, значит, там подарки. Сифилис, типа. Глава завершена. Так. Сохранить. Сохраняем. Назад. Далее. Гнездо Кондору-1. Я нашла информацию о Луисе Сере. Похоже, он был научным работником в Амбрелле. В Амбрелле? Зря я выпустил его из мешка. Отправляю подробности. Посчитай. Но главная цель — Орленок. Понял. Выдвигаюсь к церкви. Кондор-1, конец связи. Все, закончили пиздить. Глава третья. Так, сейчас я тут сделаю, что надо. Идите к церкви. Так, а мне, по идее, что? А, там сокровища, да? Серьезно? Это мне потом вот эти все места с ней оббегать? Мы совсем там ебанулись. Так. Ну все, это сохраняюсь. И на этом все. Так что счастливо тебе.